Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragon, Соедини драконов. И сейчас я нахожусь на карте мира, хочу пройти следующий уровень, который называется Холмы Зомблина 9. Три кубка надо, чтобы в него сыграть. Обещают нам серебряный шестичасовой сундук и яйцо колючего дракончика. Давайте посмотрим, что этот уровень из себя представляет. Вот такой вот островочек. Вижу, здесь есть дракончик, уже яйца есть. Давайте знакомимся с заданиями. Для победы нужно создать восстановленную статую Геи. Звезды. Соедините любые цветы жизни 5 раз. Создайте садовую вершину и исцелите всю землю. Ну что ж, давайте начнем. Все клеточки закрыты. Так, съел, оставил нам. Опа, есть цветочек, есть. Это уже хорошо. Так, что у нас тут стоит? Деревце. Что с него получится? Сейчас мы посмотрим. Мне нужно сердечко дальше. Но раз дракончик уже на дереве, дам ему закончить. А, ну да. Будет у нас некроманская трава тут. Ясненько. Бабамс, бабамс, земля. Надо сделать какую-нибудь сферку, наверное, побольше. Из некроманской травы, кстати, можно сделать цветы призменные. И с них тоже добывать можно сферочки. Так, ну мы так откроем, посмотрим, что у нас тут еще. Зловещее деревце одно, второе зловещее деревце. Так, еще земля. Да, вот видите, с него уже... сделали из некроманской травы семена призменных цветов. Вот кости я нашла. Кости нам тут нужны будут? Нет, но цветы нужны будут. Кстати, смотрю, что тут еще можно дракончика вызвать. Только лежит, находится очень далеко. Так, спасибо за траву. Так, а где же мне еще землю взять? Мне нужно собрать еще холмики. А, вот, смотрите, я вижу еще цветочек. Вот здесь вот. Было бы неплохо объединить это дело. Сейчас откроем дальше кое-что. Так, вот еще. Вот, я достала еще травушку. Так. Кости, спасибо. Еще косточку. Еще косточку, да что ж это такое? Ну, давайте так. Объединим тогда цветы, зомблины. Так, это не тот зомблин, вот такого зомблина мне бы вызвать. Вот он, первый зомблин. И вот я вижу, вот еще одна кучечка земли. Пока вот зомблин летает, я вот сделаю то, что нужно. Так, цветочек достала. Есть. Еще бы мне один росточек был бы. А, вот еще цветок есть. Вижу, вижу. Вот так. Первая звездочка готова. Так, что у нас тут? Так, монетки. Соединяю холмики. И вот сюда мне надо пробраться. Так, что мы, как мы сюда будем пробираться? Так, одно деревце сюда. Нужны сферки еще, я так понимаю. Ну, вот этот цветочек получше будет для зарабатывания сферок. А, вот еще есть у меня кустик, я не заметила. Так, первая могилка прилетела. Так, есть. Вот. И бугор у меня теперь есть, который может зарабатывать землю. Так, раз дерево, два дерева. Так, у меня еще раз. Слушайте, деревья надо было... Нет, не пять, нет, три еще дерева есть для соединения. Так, из бугра мне нужна травка.
Так будет легче дальше доставать. Вот второго дракончика я достала наконец-таки. Одного сюда, другого сюда. Пускай задачи две выполняют. Вот, вот эта травка мне нужна была. Да. Чи-чинш. Есть. А дальше мне нужны сферочки. О, смотрите, зомби начнулся. Зомби начнулся. Давайте мы его будем побеждать. Вот сфера такая. Вот этот зомби, но мне надо достать вот этого зомби. Надо еще деревья эти освободить. Так, два цветка у меня теперь. Это хорошо. Побыстрее будем открывать землю. Видите, у меня здесь есть мертвые клеточки, которые так просто не достанешь. Поэтому нужно постараться. Так, видите? Вот, мешается вот это дерево. Да, вот оно. Вот, первую статую я достала. И вот это мне дерево мешается. Вот оно. Еще один зомблин. Один уже зомблин ожил. Так что придется ждать. Так, где у меня тут бугор? Есть. Вторая звездочка выполнила задание. Так, теперь мне неплохо было бы освободить. Так, ребятки мои, давайте мне сферку. Неплохо было бы освободить еще одного дракончика. Добыть из лагеря. Так, вот эти деревья нужно 5 соединить вместе. Вот так вот. Видите, здесь мертвая земля. Вам есть. Вот вызову еще дракончика. Ой, то есть зомблина вызову. И пойду освобождать портальчики. Надо еще портальчики освободить. Помогу немножко дракончикам отдалить. Вот. Есть. Потом освободите, дайте мне. Так, а у меня одно дерево осталось, смотрите, на мертвой земле. Ага, потому что я все клеточки не смогу открыть. Вот нужно было обратить внимание, что вот это деревце есть на вот этой вот мертвой, очень мертвой земле. Да, у меня тут по заданию «Исцелите всю землю». Не получится у меня исцелить всю землю. Надо было просто посмотреть, какие деревья соединились. Тут было не 5 соединений, все-таки, а 6. О, смотрите, зомби наживают. Сейчас помогу вот так вот. Еще мне нужна сверка. Уровень-то закончить не получится, просто не получится последнюю звезду достать. Нет, у меня больше зловещих деревьев таких. Вот, открываем. Врата демонов. Разрушим. Есть. И вот получается, что на 2 звезды я прошла, потому что нужно было вот это дерево вытащить. Я как-то не обратила на него внимания. Вы когда будете проходить, обратите на это внимание, чтобы получить все 3 звезды. Может быть, одна из них будет фиолетовая? Итак, что нам тут предлагают? Серебряный сундук дали, 6-часовой источник легенды. За 25 самоцветов можно купить на этом уровне. Так, монетка, остальное, конечно... Вот, смотрите, очень редкое, предвещающее беду, зловещее дерево, источник некроманской травы в вашем лагере, сундуков зловещих. Можно купить за 482 самоцвета. Дорого, конечно, ну, если вообще... Нету в лагере, почему бы и нет. И могила погибшей души предлагает купить за 21 самоцвет, что вот это вот более даже интересная покупка на самом-то деле.
Ну что, халбы зомби пройдены. Следующий уровень будет 5 кубков. Нужно немножко пособирать. Это будет задание 46 на время. И в качестве победы тут обещают малыша мудрого дракончика. Дают 16 минут 15 секунд. О, довольно-таки много. Что-то там будут сложные какие-то задачи. Ну что ж, возьмем этот уровень в следующий раз. А пока всем спасибо за просмотр. До свидания. До следующих встреч.